а ресторан красоты «Ла Кафе де Бьюти», творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуд. И такой денежный кофе, денежный эротический кофе на миллиард. Сегодня купила еще конфеты, кстати, вот апельсиновые такие конфетки. И вафельный тортик, вафрис называется. Буду делать себе такой денежный кофе. И с этим тортиком еще у меня есть Lucky Days вафли, шоколадные, кстати. Вот. Да, еще купила Nescafé. В магазинчике Семишагов, кстати, очень хорошая цена. Обратите внимание, баночка небольшая. И стоит она около 50 рублей. Кувшина сливок, сухие сливки. Я делаю кофе с сухими сливками. Вот. И кувшин сливок, сухие сливки стоят тоже около 50 рублей. Ну, плюс-минус. Сейчас что-то у меня так видео, сейчас поставила видео загружаться на мой канал YouTube от Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин. Это пишется на русском языке. Ну что, конечно, вот покупаю, зубы чищу я мятным порошком. Мятный порошочек, он по 19 рублей. Вот батончик, батон Оладушкин, где-то 13 рублей. Имейте в виду, еще хорошая цена на сухой завтрак. Обратите внимание, 400 грамм сухого завтрака, около 50 рублей, где-то 49. А также, смотрите, печагин, майонезик с перепелиными яйцами, 400 грамм, где-то 54 рубля у них со скидочкой. Вот, я уже неоднократно покупала этот майонезик. Что мне понравился по баджету, понравился также кетчуп, я купила кетчуп. Тоже по баджету, шашлычный. И масло. Масло рапсовое. Берегите свое сердце. Заботимся о вашем сердце. Вот. Буду делать салатик. Помидорки, огурцы, укропчик, чесночок, рапсовое масло. Вот такие вот дела. И бутербродик. А, кстати, вот икра, красная икра. Этой икры уже не было. Я там у них обычно покупала вот эту икру по 24 рубля. Вот такая вот икра, здоровье, где-то 60 рублей. Обратите внимание. Так что вот, дынька. Почему я купила дыньку? А, помидорки. Помидорки, примерно, купила где-то 2 килограмма помидорок, 120 рублей. Гуляш соевый по 39 рублей. Без ГМО, обратите внимание, я покупаю соевый продукт, гуляш соевый, без ГМО. Сейчас я здесь посмотрю, почем дыньку, здесь должна быть цена, так, значит, аккуратненько сейчас я переверну. Сейчас так долго у меня загружается это видео, сейчас, Татьяна Салмановна. А куда уже, а? Уже этикеточка уже куда-то улетела. Ну, где-то 130 рублей, 130 рублей, так что вот. Макарончики покупаю у них по 13 рублей, обратите внимание, для салатиков. 13 рублей, вот, что еще интересного, конфетки я купила по 36, так что вот. Цукини и огурчики у нас свои. А, еще хлеб. Хлеб смотрела по 16, по 15, оказалось, что по 18 рублей. Сейчас вам покажу хлеб. Кстати, вот он будет пожарить. Знаете, хотела еще яйца купить. Ну, в принципе, яйца бывают по очень хорошей цене. Еще, знаете, такая типа жара-жара, яйца я не стала покупать. А так, в общем, хлеб. Смотрите, дарницкий 18 рублей. 18 рублей. Также, кстати, у них есть и так, это же масло, такое же масло. Вот это вот масленица, как я у них уже покупала, оно стоит 69 рублей где-то. Масло масленица. Ну что, загрузилось? А, хорошо, все, видео загрузилось. Ну, так что вот. Просто великолепно. Так что, знаете, что перчаточки. Хотела купить резиновые перчаточки.
для уборки полы, там вот эта уборка, ванну мне мыть надо, но не оказалось, резиновых перчаток не оказалось, вот. Так что вот такие вот, вообще шампунь купила, шампунь 16 или 18 рублей, по 16 рублей я покупаю шампунь, так что вот. С вами я, Татьяна Салман, Мактум, Сайфуди.